Всем-всем-всем привет из Гигантхолла! Музыкальный ринг нового поколения вновь на ваших экранах, а новое поколение, как вы знаете, выбирает Пепси! Что ж, я вижу, сегодня вы в отличной форме, и вы знаете, это важно как никогда, потому что сейчас здесь появится одна из самых непредсказуемых звезд нового поколения. Встречайте, Маша Распутина! Да, не зря говорят, что у Маши энергетика трех солнц. Вы видели, как она завела с полоборота нашу публику? Энергетика трех солнц, может быть, поэтому у нее такой дерзкий и независимый характер. И, может быть, поэтому ее преследуют конфликты и скандалы, ведь там, где появляется Маша Распутина, непременно происходит что-нибудь взрывоопасное. Вот и сегодня непредсказуемая Маша решила бросить сейчас вызов не кому-нибудь, а своим собственным композитором. Своим Игорю Матете. Да. На этот шикарный ринг. Да, и Маша будет устраивать между ними поединок. В тяжелой весовой категории у нас будет на этом ринге играть Игорь Матета. В средней весовой категории Александр Лукьянов. Да, да, но на ринге мы с вами такого еще не видели. Поэтому, внимание, судьи, телезрители, сейчас вы будете в очень сложной ситуации. Вам придется судить, кто же выиграет в этом поединке. Но обратите внимание, что и Игорь Матета, и Александр Лукьянов будут выступать в паре с самой Машей Распутиной. Ура! Итак, внимание, судьи, телезрители, я даю сигнал к началу первого раунда. Мне рок, не брок и диско не отрада. Смотрю, скучаю я по сторонам. Хочу туда, где нет нахальных взглядов, и звать никто не будет в ресторан. Возможно, что кому-то очень надо толкаться там, где пляшут и поют. Люблю крутые водопады и горы, что до неба достают. Все! Пустите меня в Гималайи, первозданной попытки шине. Там раздеться смогу до Гавайи. Выйду, где стадо терпеливых дураков.
страдает от инфляции и спида. Верит Санту Демократа, ну, большевику. Хоть родом я из скромного поселка, где нас учили жить по величию, быть не желаю безотказной тюкой и тайной стать коровой не хочу. А пустите меня в Гималай, первозданной попы в тишине. Там раздеться смогу дуговую, и никто не пристанет ко мне. Отпустите меня в Гималай, отпустите меня на совсем, а не то я зубую, а не то я желаю, а не то я Скажите, пожалуйста, это песни Лукьянова вас научили быть такой дерзкой, потажной, скандальной? Или это в вашем характере? Другими... А вы знаете, я вам сейчас отвечу песней. Другими словами, где кончается ваш имидж и начинается характер? Ребята, у меня только мой характер. Имиджа у меня вообще нет и не было от рождения моего. А сейчас я... предоставлю вам вторую прекрасную мелодию от Александра Лукьянова. Я родилась в Сибири, все прям мою душу, ой, и как меня не били, я выросла большой, но свет черенок белый, и белый гул. Я родилась в Сибири, там у меня друзья, и там меня любили за то, что я есть я. Там тишина и горы, и звезд полет во тьму, и покидая город, зимою лето, давным-давно мне надоело это. Куда же вы, куда уходите года, мои неповторимые года. День за днем, день за зимою лето, уеду я отсюда, я уеду. Как только вот беда, да только в тот беда, не денусь от себя я никуда. Гордитесь своей прямотой. Ой, какая очаровательная улыбка, вы погромче говорите. Любите честность. Так ответьте также честно. Что, как по-вашему, что в творческом союзе Лукьянов-Распутина, по-вашему, является слабым местом? Слабым? Да. Наверное, то, которое ниже пояса.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот эта песня «Я родилась в Сибири», не является ли это неким вызовом вот московской тусовки, которая хотела бы видеть Машу Распутину по-прежнему в деревне или в ресторане с квасом, а не на концерте и в Линкольне? Вы знаете, как вы там сказали про квас? Еще раз. Не является ли это вызовом московской тусовки, желающей видеть Машу Распутину в деревне или в ресторане со стаканом кваса, а не в концертном зале? Вы сами ответили на этот вопрос. Значит, да. Да. Надеемся, что московская тусовка нас услышала. Спрашивает Николай Седов из города Москвы. Он спрашивает, если бы вам вдруг довелось представлять Россию на каком-нибудь песенном международном конкурсе, чью песню вы бы выбрали? Матете или Лукьянова? И того, и другого. Руки в себя! Год за годом, день за днем, как обычно мы живем. И в привычной суете по течению плывем, то устало, то ленив, то единым хлебом жив. Играй, музыкант, и я буду верить в то, что лучшие дни к нам придут. Играй, музыкант, настежь дверь, где в печали и в радости ждут. И не публики каприз, что не слышно криком вниз. Так, Маша Распутина и Игорь Матета продолжают первый раунд. Вот вы выбираете песню. Вы ориентируетесь на вкус зрителя? Я ориентируюсь прежде всего на свой духовный мир, настроение и вкус. Хорошо. А зритель? Зритель как же?
А зритель примет все, что будет искренне настоящее, а не фальшивое. Поняли? Браво! Уважаемые судители, зрители, это был сигнал к окончанию второго раунда. И сейчас, я думаю, вы уже лучше ориентируетесь, и вы должны решить, какой же союз вам симпатичнее больше. Союз Маши Распутиной с Игорем Матетой или союз Александра Лукьянова с Машей Распутиной? Судя по всему, союз Игоря Матеты с Машей Распутиной, судя по телезрителям из шести городов, импонирует больше в этом раунде. Ну что ж, тогда посмотрим. Впереди у нас третий решающий раунд. Итак, какая пара выиграет сегодня на нашем ринге? Я даю сигнал к началу третьего раунда. Огляни на краю от горящего дня.
мелодия Александра Лукьянова. Была мелодия Александра Лукьянова! Машенька, у меня к тебе вопрос. Скажи, тебя не смущает? Спасибо, спасибо. Маша, скажи, у меня к тебе вопрос. Тебя не смущает, что вот под такие песни, которые лично, мне кажется, лучше было бы слушать, народ свою экспрессию выражает в танцах? Виновата во всем твоя энергия. Тамарочка, я сейчас вам отвечу коротко и ясно. Ведь песня самая прекрасная, не одинаково всем слышится. Вопрос от телезрителей пришел ко мне на пейджер. Спрашивает Евгения Смолина из города Смоленска. Она спрашивает: скажите, Маша, а как ваша дочка реагирует на ваш такой эротический образ на эстраде? Очень достойно, я бы сказала. Она говорит: мама, ты такая красивая. Маша, а правда говорят, что у вас такие нежные отношения с вашей дочерью? Нежные. Самое главное, я бы сказала, очень искренние и прямые. Это мне очень вполне устраивает. Машиной дочери 14 лет, для тех, кто не знает. Вот вы исполняете песню «Живи, страна», вкладываете в нее очень большую душу. А что же для вас лично страна? Россия или СССР? Спасибо. Для меня лично страна – это запах маминых рук, того чистого неба. Когда я была маленькой девочкой, любила в небо смотреть. Я ходила по узкой пыльной тропинке, спускалась под крутую гору к своей любимой, широкой, правда, очень холодной речке. А потом на противоположной стороне взбиралась также на крутую гору к своей стройной березке, которая до сих пор стоит на той крутой горе и в этой для меня родной стране. Вот что такое для меня родина. Свете ближе и милей. Не было прекрасней родины моей. Вечная, святая, добрая страна. Ты не знала, что придут такие времена. Была страна необъятная моя Россия. Была страна, где встречалась мама и я рассвет. Была страна, где влюблялась я под небом синим. Была страна, а теперь мне говорят, что нет. Так же входит утро в наши города. И большое солнце светит, как всегда. И людьми все так же улицы полны. Сквозь вы лжете, будто нету страны. Живет страна, необъятная моя Россия. Живет страна, где встречалась мама и я рассвет. Живет страна, где влюблялась я под небом синим. Живет страна, и напрасно говорят, что нет. Нам того, что было, зачеркнуть нельзя. Чтоб не говорили новые князья. Будет жить на свете вечная страна. Живи, страна, необъятная моя.
лучше тех, кто скажет нет. Живи, страна, необъятная моя Россия! Живи, страна, где встречала с мамой я рассвет. Живи, страна, где влюблялась я под небом синим. Живи, страна, и не слушай тех, кто скажет нет. Живи, страна, необъятная моя Россия. Живи, страна, где встречала с мамой я рассвет. Живи, страна, где влюблялась я под небом синим. Живи, страна, живи, страна, и не слушай тех, кто скажет нет. И не слушайте вы тех, кто вам скажет нет. Эту мелодию к великому тексту Леонида Петровича Дербенева написал Игорь Матета. Вы такая лирическая, русская, прекрасная актриса. Вы так прекрасно поете русские песни. Но при чем здесь мини-бикини? Мини? А посмотрите, как красиво. Ну, вы знаете, не главное мини или бикини 94. Главное, чтобы нутро было не мини. Вот так. А не кажется ли вам, что в мире есть вещи несовместимые, например, гротесковый эпатаж и искренний патриотизм? Если все делается искренне и талантливо, все совместимо, все. И нога оголенная, когда и голос... она есть, наверное, да, Маша? Да, правильно Тамарочка подсказала, когда да. есть под тобою нога. Милые дамы! Но ни один мужчина, сидящий здесь, ни разу еще не встал и не задал такого вопроса, что у вас вот вызывающий. Мужикам так все нравится. А что же вам-то не нравится, а? Привередливые вы дамы. Маша, вопрос. Ринговский женский вопрос. Как-то Валерий Леонтьев на ринге сказал, что самое главное качество для эстрадного певца – это умение ладить с людьми. Как вы считаете, оно у вас есть? Ой, да вы знаете, смотря в каких... ситуациях. Ну, это понятно. Тогда почему, когда вы выступаете, обязательно знаете что? Состоять с хорошими скандал. Людьми, с умными, у меня всегда все в ладу. Хорошо. И теперь вот такой вот вопрос, потому что он как бы интересен. Вот тут было как-то на днях чествование Аллы Пугачевой, мы очень хотели вас видеть и слышать. Почему вы не были? Вас что, не пригласили? Вы знаете, когда-то я была маленькой девочкой, я так любила Пугачеву и пела ее песни. И я бы с удовольствием дружила и с Пугачевой, и с Филей Киркоровым. Я даже Киркорову хочу вызвать на ринг. Но я знаю, что он не согласится. А если согласится, то пусть большой шлем оденет. Филипп, я вызываю тебя на ринг. Если ты настоящий мужчина, ты явишься. Мне то ли весело, даже не...
посмотрим на экран. Я, честно говоря, так увлеклась этой песней, что даже не заметила, какие у нас результаты. Что решили наши судьи, телезрители? Итак, Распутина и Матета. Моих дорог, годы горьких моих тревог и бессонных ночей тоску. Кто измерит, а? Кто оценит? Сколько вынести и стерпеть мне пришлось, да чтобы песни петь. Сколько билось я, чтоб всегда улыбаясь стоять на сцене. И вы не верьте, вам скажут, если что к успеху легка дорога. Так много разных на свете песен, а хороших не так и много. La la la.